Боги-покровители. Дождь-бог. Бог-покровитель солнца в чертоге Раса, Бета-Льва. Откуда прибыл на Мидгард землю? Тарх Перунович. Стрибог. Бог, управляющий молниями, вихрями, ураганами и ветрами морскими. Бог-покровитель земли Стрибога, Сатурна. Лада-бог. Бог покоя и гармонии. Бог-покровитель различных ремесел. Яра-бог. Бог, управляющий яровым цветением. Бог, хранитель природы. Сохранять природу ему помогают русалки, девы-птицы, водяные, духи-хранители водоемов и рек, лешие, духи-хранители лесов, и домовые, добрые духи, хранители домашнего очага. Ярила – солнце. Бог-покровитель светлых помыслов, чистого сердца и нашего светила. Баба-йога – богиня-покровительница детей-сирот. Она собирала их по городам и весям и доставляла в свой скит. Делала она это для того, чтобы спасти от гибели остатки родов расы великой. Богородица Зимун. Богиня-покровительница отчего дома. Небесная хранительница коров. Славяно-арийское обозначение созвездия Малой Медведицы –